Похоже, что первым в России автомобилем без зеркал заднего вида будет не Audi и не Lexus, а Mercedes-Benz Actros. Второе поколение модели вышло в 2011 году, а прошлой осенью Mercedes представил обновленную версию своего флагмана, условно называемую MP4. Теперь она выходит и на российский рынок, причем наш импортер, компания Daimler Kamaz Rus, уже зимой поставит Actros на конвейер в Набережных Челнах. Главная техническая обновка Actros — это передняя панель с двумя горизонтальными мониторами, система автоторможения и удержания в полосе, а также камеры наружного наблюдения. Систему Mirror Cam Mercedes планирует сертифицировать к декабрю, и за доплату, примерно в 1000 евро, ее можно будет заказать у российских дилеров.